Всем привет, с вами Низамов Илья, и сегодня я начинаю цикл статей по написанию обработки взаимодействия с облаком Amazon S3 из 1С. Обработка Amazon S3 позволяет получать список файлов по фильтру, скачать необходимые файлы с Amazon S3, используя Amazon S3 API, отправить файл напрямую из 1С, используя Multipart Form Data. Основная сложность работы с облаком Amazon S3 связана с тем, что 1С в HTTP-запросах умеет использовать только Basic-аутентификацию. Amazon же использует AWS Signature Version 4. Вот такую аутентификацию я и буду создавать, используя средства 1С. Откроем статью на Хабре. Здесь очень подробно расписаны способы аутентификации. 1С умеет работать только с Basic-аутентификацией, что накладывает определенные ограничения на использование ее современными веб-приложениями. Как вы можете увидеть в статье, безопасных способов аутентификации гораздо больше. Теперь откроем документацию по Amazon S3 REST API. Для работы с файлами в облаке нам необходимо будет использовать запрос с аутентификацией AWS Signature Version 4. Процесс получения сигнатуры для отправки запроса описан в схеме. String-to-sync зависит от типа запроса. Как эта строка формируется, я покажу в следующих видео. Чтобы получить сигнатуры, нам необходимо последовательно выполнить 4 хэш-функции HMAC-SH254, передавая в качестве ключа значение предыдущей функции. Здесь мы передаем секрет key в качестве ключа шифрования и дату текущую. Следующий параметр передаем уже вычисленный дата key и AWS регион как вычисление функции. Потом по цепочке дата регион key и дата регион сервис key. В итоговую сигнатуру мы вычисляем, передавая в эту же функцию кэширования вычисленный signing key и string to sync, подготовленный нами заранее. Итоговую хэш-функцию также дополнительно преобразуем в 16-речный строк. Теперь вычисленную сигнатуру мы можем подставить в HTTP-запрос и отправить на Amazon S3. Теперь приступим непосредственно к созданию самой обработки Amazon S3. Создадим пустую конфигурацию, добавим обработку в дерево метаданных, назовем ее Amazon S3. Создадим новую управляемую форму. На форме разместим группу страницы. Берем командную панель. Добавляем группу страницы. Назовем ее также страница. Внутри этой группы добавим еще дополнительные группы с видом страницы. Назовем одну страницу «Выгрузка». Добавляем еще одну страницу «Страница загрузка» и «Страница настройка». Добавим еще одну группу в корне. Это обычная группа для изображения. И группа логи. Добавим необходимые реквизиты на форму. Access key ID, тип строка длина 0. Bucket, тип строка длина 0. Secret access key. Все эти реквизиты в основном строковые, с длиной 0. Это все данные, которые вы можете получить в своем облаке Amazon S3. Регион, фолдер, все необходимо взять в свою учетную запись Amazon. Папка на компьютере — это папка, куда будут сохраняться файлы из облака. И добавим список выгрузки, это у нас будет таблица значений. Сюда мы добавим колонки, таблицу значений, реквизиты. Файл выгрузки будет содержать полный путь до файла, который мы выгружаем на Amazon, и имя файла. Будет содержать имя файла. Теперь необходимо разместить все эти реквизиты на форме. Сначала создадим страницу настройки, переместим реквизиты в группу страницы настройки. В группу логи перенесем реквизит logs, отключим вывод заголовка и выберем многострочный режим. В элемента страницы поменяем заголовок. Напишем просто настройки. То же самое сделаем со страницей загрузки. Оставим только надпись загрузка в заголовке.
ту же самую страницу выгрузка. Напишем просто выгрузку в заголовке. Перейдем на вкладку команды и добавим две команды. Одну назовем выгрузить файлы, другую назовем загрузить файлы XML. Теперь перейдем на страницу выгрузка и перенесем команду туда. Перенесем табличную часть, список выгрузки, на страницу выгрузка. Команда выгрузить файлы, перенесем команду и панель списка, таблицы значений. На странице загрузки перенесем реквизит папка выгрузки и папка на компьютере и загрузить файл XML. Команда загрузить файл XML, изменим цвет фона на желтый и шрифт, отменим из стиля, поставим жирный. То же самое произведем с командой выгрузить файлы. Цвет фона желтый, цвет шрифта жирный. Откроем модуль формы и создадим область интерфейса. Вернемся на форму. У элемента папки на компьютере изменим свойства. Кнопка выбора на «Да». Добавим события начала выбора на клиенте. В рабочке разместим код по вызову диалога выбора папки. И для отказа от модальности результат выбора будем обрабатывать через оповещение. В обработку оповещения, если папка выбрана, получен результат поместим в реквизит «Папка на компьютере». Применим изменения и запустим 1С в пользовательском режиме. Посмотрим, как это будет выглядеть. Откроем папку. Выберем папку сохранения файлов с облака. Папки. Папка заполняется. Закроем 1С. И для того, чтобы у нас реквизиты сохранялись, нам необходимо установить свойство формы автоматического сохранения использовать. Напротив реквизит, в котором нам необходимо сохранять, поставим соответствующие галочки. Меню изменения, откроем 1С в пользовательском режиме, посмотрим, как происходит сохранение. Опять выберем папку на компьютере, закроем обработку, откроем обратно, все, изменения автоматически сохраняются. Теперь нам необходимо создать логику работы с таблицей список выгрузки. Данный список будет содержать путь к файлу и имя файла, который необходимо выгрузить в облако. Элементы список выгрузки на клиенте создадим обработчик перед началом добавления и поместим код для вызова диалога выбора файла. Отказ установим в истину, чтобы отключить стандартное поведение обработчика событий. В обработчике оповещения обработаем полученные данные. Если данные получены, то добавляем строку в таблицу и заполняем реквизиты полным путем к файлу и имя файла. Запустим 1С в пользовательском режиме, посмотрим, как работает выбор файла. Создадим текстовый файл, test.txt, и нажмем «Открыть». Все, текстовый файл добавился в нашу таблицу значений. Вы можете заметить, что элемент logs не растягивается до конца формы. Чтобы это исправить, надо отключить свойство автомаксимальной ширины. Запустим 1С в пользовательском режиме, посмотрим. Теперь все нормально. Вернемся в модуль формы и создадим область обработчики событий формы. В ней разместим стандартный обработчик при создании на сервере. Здесь я размещу на время отладки код по заполнению таблицы значений тестовыми данными. Запустим 1С в пользовательском режиме и посмотрим, как работает заполнение. Откроем обработку. Все, таблица значений у нас автоматически заполнилась. На этом все. Спасибо за внимание. В следующих частях будет интересно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, все необходимые ссылки в описании. Чтобы не пропустить обновления, подписывайтесь на канал в Telegram или вступайте в группу ВКонтакте.